Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине Fix Price на Новгородской улице. Это Шушары. Точный адрес обязательно укажу. Давайте смотреть, какие новиночки приехали сюда. Новые декоративные ящички, также изготовленные из МДФ, 27 на 37 сантиметров. И вот высота 7 сантиметров этого ящика. За один вот такой ящик вы заплатите 249 рублей. Чтобы собрать этажерку из трех таких ящиков, нужно, соответственно, заплатить практически 900 рублей. Металлическая ручка у этого ящика. Открывается он так же, как и предыдущие ящики. Силикагель вставлен, что говорит о том, что, скорее всего, также не переносит воздействие влаги. Может плесневеть, то есть носит чисто декоративный характер. А три варианта дизайна этих ящиков у нас сейчас представлены. На прошлой неделе я показывала вам вот такие подносики из достаточно толстого МДФ. Здесь около 1 сантиметра, наверное, ширина МДФ. Он показывал, что он имеет чисто декоративный характер, носит. На него ставить только свечки какие-то, потому что если, скорее всего, пролить на него воду, он очень быстро взбухнет, этот поднос. Вот еще один вариант подноса. Такого мы тоже в прошлый раз с вами не видели. А вот из новинок очень симпатичный ящик. Цена его 299 рублей. Он также изготовлен из МДФ и также входит вот в эту серию новую декора. МДФ здесь по краям никак не обработан, тоже легко, скорее всего, то есть влагу лучше не допускать в этот ящик, но сделан он очень и очень симпатично. И вот такой выдвижной ящичек внутри, который легко очень вынимается и, соответственно, вставляется. 299 рублей стоит. У нас есть еще даже более симпатичный вариант ящика. Вот такой, без металлической вставки. Зато на ящике, на самом выдвижном, вот такой шарик небольшой. Стоит этот ящик, повторюсь, 299 рублей. Но МДФ обработан не очень аккуратно. И вот такой вариант. Новые коробочки с крышкой 24 на 18 сантиметров. Видела, что в другие фикс прайс эти коробки завезли немножко раньше. Изготовлены они из полипропилена. И есть у нас в нескольких расцветках. Надпись одна и та же на всех коробках. Good luck. Вот покажу, что есть фиолетовые такие ящички. Зеленые, темно-серые и темно-такой синий, наверное, цвет. Стоимость ее 99 рублей этой коробки. Наш любимый отдел — кухня. Здесь все еще в наличии вот такие тарелочки. 24 сантиметра, 149 рублей. И тарелка глубокая от Люминарка, 20 сантиметров, опаловое стекло, 149 рублей. Много тарелок керамических, вот этих вот тяжеленьких тарелок, фаянсовых, вернее, 149 рублей, 26,5 сантиметров. И глубокая такая же тарелка, 1 литр, 250 миллилитров, 149 рублей. Не обошлось и без новой серии посуды. Блюдо 30 на 22,5, 149 рублей. Оно изготовлено из опалового стекла и очень необычной формы. В этой же форме идет пиала, 465 миллилитров, 55 рублей. Точно такой же салатник, 655 миллилитров, 77 рублей. И маленькая пиала, 260 миллилитров, 50 рублей. Конечно же, тарелочка 23 сантиметра. Смотрите, какая необычная форма, 77 рублей. И тарелка глубокая. Они это называют глубокой тарелкой. 440 миллилитров, 77 рублей. Новые баночки 500 миллилитров за 99 рублей с пластиковой крышкой. Эти банки изготовлены из стекла и полипропилена. Очень простенькие. Самое прикольное в них — это их форма. Не закругленная банка традиционная, а такая в форме квадрата с закругленными боками. Всего 99 рублей стоит. И еще из новинок за 99 рублей также бутылка для воды. Большой плюс этой бутылки — она очень легенькая. Вот ее сразу берешь, и она просто невесомая, можно так сказать. С разными надписями эти бутылки идут. А производство у них Китай, полиэтилен, терефталат, полипропилен и нержавеющая сталь. То есть крышечку они все-таки сделать решили из нержавеющей стали. А внутри пластик у этой крышки, а сверху совсем тоненький слой вот этой вот нержавеющей стали. Но большой плюс, повторюсь, это ее просто невесомость. Три варианта бутылочек у нас есть в наличии. А вот аква и вот эта. Такая капуста, обжаренная в кунжутном масле.
9 хрустящих листочков. И стоимость этой морской капусты 27,50 всего. Раньше в магазин Fix Price привозила такую морскую капусту компания Sensoy. Сейчас это производитель немножко другой. Некая компания Tenera, город Новосибирск. От производителя юбилейное новое печенье Шоко Барокко с глазурью 150 грамм за 55 рублей. Наслаждение вкусом. И они в двух вариантах. Наслаждение вкусом и вот в розовой и в голубой упаковке. Смотрите, сейчас постоянно подвозят вот такие формы для выпечки. Например, форма для выпечки прямоугольная 31,7 сантиметров, 27,50. И форма для выпечки круглая 18,40 ее цена. А также по акции есть форма для выпечки прямоугольная 31,5 сантиметр, 43 рубля по карте цена, и без карты цена 50 рублей. Пластиковые крышечки постоянно подвозят, и не забывайте их просматривать. 5 рублей 50 копеек. Сделано в России, город Санкт-Петербург производит. Здесь есть зеленые и розовые крышечки, а также крышка со сливом. 5 рублей цена по карте, и без карты тоже 5 рублей. Зато честно, да? 5 рублей по карте, 5 без карты. Отдел кухня всегда нас радует новинками. Форма для выпечки вафель 149 рублей. Это прекрасная форма стоит. В этой, кстати, форме можно что-то замораживать. Рецепт приготовления этих вафель в духовке. 100 грамм сливочного масла, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки разрыхлителя, 240 грамм муки и 410 миллилитров молока. Все, что вам потребуется для приготовления вафель в этой форме. 149 рублей она стоит. А можете приобрести еще и вот такую форму. Будете выпекать круглые вафли. Рецепт приготовления точно такой же. Шприц кулинарный для соуса 60 миллилитров за 77 рублей. Позволяет легко и быстро замариновать любое мясо и моментально добиться размягчения, наибольшей сочности, усиления вкуса. Здесь в комплект входит такая очень острая и толстая игла. И игла эта изготовлена из нержавеющей стали. Сам шприц из полипропилена. Толстый, большой. Максимальная у него рисочка 60 мл. Напиток кофейный капучино МакКофе Дотарина приехала в новой упаковке 55 рублей за 5 штучек по 25,5 грамм. Это кофе идет в пакетиках, в комплекте, вернее, с корицей. Не с шоколадом, а именно с корицей. 55 рублей за 5 чашек. Для садоводов и огородников тоже есть отличная новинка. Это луковицы гиацинт в ассортименте. Но цена здесь их 77 рублей за одну луковицу. Это компания Петрофлора. И напомню, что в магазине Светофор две луковицы тюльпанов стоят 41 рубль. А в магазине Маяк вчера буквально была 43 рубля за две луковицы тюльпана. Я думаю, что гиацинты там тоже будут, скорее всего, по такой цене. То есть Fix Price значительно поднял цену на луковичные. 77 рублей они здесь стоят. То есть на одной упаковке можно сэкономить 30 рублей. И лук сивок Штутгартен Ризен есть сейчас в наличии за 77 рублей. Сейчас уже этого сивка всего 250 грамм нам предлагает магазин Fix Price. Раньше было то ли по 500 грамм, вернее, начиналось все с килограмма, потом 500 грамм. И сейчас вот можете приобрести всего 700 грамм за 77 рублей. Это тоже производитель компании Петрофлора. Натуральное масло кокосовое для ухода за кожей и волосами 170 миллилитров. Здесь производит город Москва. Нанесите на кожу легкими массирующими движениями, а для волос нанесите на влажные волосы, оставьте на 5-7 минут. Промыть шампунем, использовать 1-2 раза в неделю. Стоимость 99 рублей. И макияж эмульсия Go Go 250 миллилитров 99 рублей стоит. С маслом дерева ши вот этот вариант. Удобный дозатор. Производит Республика Татарстан. И еще вот такой вариант с маслом авокадо. Крем-мыло Juicy Cream 500 грамм. Цена по карте сейчас 47 рублей, без карты 55 рублей. Здесь идет три варианта. Киви лайм смузи, манго маракуя микс и черничный коктейль. Нефис Косметик, известный производитель из Татарстана. Плюшевая сумочка антистресс за 299 рублей с изображением куклы Лол. И действительно, сумка антистресс, она очень мягкая. Каждая сумочка идет в запечатанной индивидуальной упаковке, и вскрывать у меня нет
никакого желания ее. Размер около 10 сантиметров этой сумочки. Ремешок лежит отдельно. Она очень мягкая, практически как антистресс игрушка. Есть еще вот такой вариант этой сумочки. Она поменьше, около, наверное, 8 сантиметров. Это плюшевая сумочка с сюрпризом, с маркировкой LOL Surprises. Вот это меньше сумочка, даже симпатичнее. Ее можно использовать просто как кошелечек. И здесь крючочек, чтобы ее крепить к какому-то рюкзаку, например. Вот у этой сумочки есть несколько вариантов. Еще такая. Да, здесь просто сумочки на любой вкус. Стоимость тоже 299 рублей. Еще вот такая. Покажу вам все-таки все варианты, потому что девочки пищат от этих кукол LOL. И им они точно такие сумки понравятся. Все сумки разные, смотрите. Вот еще с голубыми волосами. И даже в кепочке сумка. Во многие низкоценовые магазины сейчас уже завозятся, слава богу, колготочки. И магазин Fix Price не исключение. Теплые кашемировые колготки, которые не скатываются. Детские. Размер я держу в руках 116-128. Это достаточно популярный такой вариант колготок, когда низ идет черный, верх идет бежевый и с каким-то рисунком. Здесь даже верх коричневый. На нем нарисованы симпатичные бульдожки с короной. Колготки визуально действительно очень достойные. 65% хлопок, 30% полиамид и 5% кашемир. Производство этих колготок Китай. Мне они определенно нравятся. Вот я держу в руках размер 140-152. А есть даже размер 152-164. То есть на совсем взрослых девочек. И еще один вариант колготок от компании Zuvey. Колготки детские. Тоже здесь размер, вот, например, 152-158. Здесь состав 65 хлопок, 30 полиамид и 5 кашемир. Ровно такой же состав, но немножко другой рисунок. Здесь вот, он, в принципе, подойдет и для взрослых девушек, если найти большой размер. Новые шапки за 199 рублей. Это уже поставка этого года. Вот, например, здесь возраст 4-6 лет. Она идет, шапка такая, ушанка. Чисто визуально, кстати, выглядит симпатично, несмотря на то, что стоит всего 199 рублей. 100% полиэстер. Сейчас я вам покажу, сколько этих шапок сейчас завезли. Посмотрите, тут очень-очень их много. В разных расцветках, и синие, и бежевые, и розовые, всякие-всякие разные. Появляются теплые вещи в одежде. Например, вот такая безрукавка детская за 199 рублей. Производство этой безрукавки Кыргызстан. По составу 63% хлопок, 3% полиэстер и 3% лайкра. Еще есть вот эта безрукавка, есть и в цвете бордо. К ней очень легко прилипает пыль. Мне кажется, она легко скатывается. Будет много на ней катышек. Стоит 199 рублей. В двух цветах у нас представлена. Новая подушка на подголовник сиденья. Она имеет форму. Раньше такие подушечки были в форме бабочки. Сейчас это прямоугольник с закругленными краями. Облегчает комфорт во время поездки. Вот так вот крепится на подголовник. Эта подушка изготовлена полностью из полиуретана. А вот раньше приезжали вот такие подушечки. Сейчас они, собственно, тоже есть в ассортименте. Подскажите, какая вам подушка больше нравится? Мне кажется, вот эта не такая крупная, и как-то на ней более удобно будет лежать, а это слишком пухлая. Приятно, когда дома лежит вот такой коврик с надписью «Хорошего дня». Коврик предверный, 55/85, по составу это полиэстер и полипропилен. Вот такие коврики, 299 рублей, только что их привезли. Они есть в черном цвете, есть светло-серый цвет с такой же надписью «Хорошего дня», и в самом низу зелененькие коврики. Пояс поддерживающий, Fitness and Power, моделирует фигуру, снижает нагрузку на позвоночник и поддерживает мышцы. У нас в двух вариантах расцветок этот пояс. Знаю, что он очень моден для у тех, кто занимается фитнесом, чтобы не растянуть какие-то ненужные мышцы. Неопрен, полиэстер и ПП. Единственную цену пока не скажу. Я думаю, что либо 299, либо 249 рублей стоит этот пояс. Вчера в магазине «Маяк», не забудьте, пожалуйста, посмотреть мой ролик из этого магазина, показывала вам, что туда тоже завезли вот такие нейроскакалки, они называются, скакалка с колесом здесь. Называют ее Fix Price, 199 рублей она стоит, и тоже в разных
разных-разных расцветков представлено. На прошлой неделе я вам показывала целую стопку книг от Эксмо издательства, которая приехала в магазин Fix Price. Мы с вами уже выяснили, что покупка книг в Fix Price значительно экономит наш семейный бюджет, потому что разница в цене с книгами, например, на Wildberries или на Озоне, там значительная. Там может быть чуть лучше переплет, чуть лучше качество бумаги, но там, например, на одной книжке можно сэкономить рублей 200. И сейчас приехала целая стопка новых книг от издательства Alpina Publisher. Также обязательно все книжки вам покажу, потому что знаю, что есть любители покупать книги, именно книги в Fix Price. Это бестселлер, который следует прочитать абсолютно всем. Это 7 навыков высокоэффективных людей. Супер бестселлер, я так назову эту книгу, Стивен Р. Кови. Вот я на Wildberries как раз нашла эту книгу Стивена Кови. Это абсолютный бестселлер на Wildberries, в том числе 529 рублей стоит она. Там, естественно, там будет другой переплет, другое качество бумаги, но суть книги от этого не поменяется. Здесь она стоит 99 рублей. Итого экономия семейного бюджета практически 450, да, 400 рублей, больше 400 рублей. Купили эту книжку на Wildberries более 19 тысяч раз. То есть нам тоже стоит задуматься о ее покупке. Вторая книжка по психологии от Alpina Publisher, «Это все хреново». Также мировой бестселлер Марк Мэнсон. Наверняка многие читали книгу от этого автора «Искусство пофигизма», «Тонкое искусство пофигизма». И вот сейчас приехала еще книга «Все хреново». И такая же ситуация с книжкой «Все хреново». Это Марк Мэнсон. 480 рублей она стоит на Wildberries. Ее купили более 6800 раз. А здесь она стоит 99 рублей. Опять же, вот эти две книги для меня сегодня однозначно фавориты. Патрик Магинис, «Homo sapiens. Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения». Крис Бейли, «Мой продуктивный год. Как я проверял самые известные методики личной эффективности на себе». «Близко к сердцу» Ильси Санд. Наоми Вульф, «Миф о красоте». Международный бестселлер «Стереотипы против женщин». Культовое произведение об опасности стереотипных представлений о женской красоте, свободе жить, выглядеть и одеваться без оглядки на диктат безжалостных мифов и навязчивых стандартов. Светлана Шишкина, «Как построить крепкие и здоровые отношения на основе финансовой независимости. Любить считать». «Лучшая версия себя. Правила обретения счастья, смысла на работе и в жизни». Маршал Голдсмит. И еще одна книжка, это «Найти себя», тоже наш российский автор Леонид Кроль. «Как осознать свои истинные желания и стать счастливее». А также приехала художественная книга, тоже от издательства «Alpina». Это Джордж Оруэлл, 1984. Еще одна художественная книга, это «Сердце Пармы» от Алексея Иванова, тоже «Alpina Publisher». И от этого же автора еще один, «Географ Глобус Пропил». Тоже, видимо, бестселлер от Alpina. Серия «Проза». Вообще, в Фикспрайсе чем хорошо, вы найдете только самые продаваемые книги от издательств. То есть, что делает Фикспрайс? Оно договаривается с издательством о публикации самых популярных книг в таком простеньком дизайне, скажем так. Но то, что вы видите на полочке, это, скорее всего, 100% бестселлер. «Прощайте вещи. Новый японский минимализм». Фумио Сасаки. Это действительно очень популярная тоже сегодня тема. И психологическая книга под названием «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять».